ВВД Казани начали проверку по факту сбора денег управляющей компанией «Уютный дом» с жильцов на Абсалямова, 30. Казанцы от их услуг отказались в 2009-м и организовали свое ТСЖ «Меридиан». Но «Уютный дом» продолжает присылать счета фактуры. Жильцы в растерянности, кому платить. Насколько законно жить под управлением двух коммунальщиков? Об этом Эльмира Заляева. Не знаю, кому платить. Или ТСЖ, или как еще это? Или «Уютный дом». Не знаем даже, кому платить. Разбираться в юридических дебрях жильцы дома по улице Абсалямова уже не берутся. В 2006-м их обслуживала управляющая компания «Уютный дом». В 2009-м создали собственное ТСЖ «Меридиан». В сентябре 2010-го снова перешли управляющие компании. С тех пор чуть ли не каждый месяц коммунальщики меняются. Жители не могут найти компромисс. Половина хотят самостоятельно управлять домом. Половина готова поручить это другой организации. Кто-то и «Уютный дом», и ТСЖ. Ну, а они тоже с утра приходят, вроде ходят, убираются. И потом вы сюда приходите днем. Потом вторая смена моя начинается. Тот без болталки, не разберешься. Рамзия Сафиулова сама живет в этом доме, работает в управляющей компании. Говорит, дом обслуживает и ТСЖ, и «Уютный дом». А потому и счет фактур тоже приходят две. По какой платить, каждый выбирает сам. Я сейчас в «Уютный дом» перешла. Половина платит «Уютный дом». Кто-то не вообще не платит никуда, кто-то ТСЖ платит. Прием населения ТСЖ «Меридиан» ведет прямо здесь, вот в этой электрощитовой, но исключительно в вечернее время. Застать их на месте не удалось, поэтому пришлось связываться по телефону. К тому же представитель ТСЖ пожелала остаться неизвестной. У нас выигранное дело, где написано русским языком, что все управление домом, все периоды осуществляло только ТСЖ. И договора только у ТСЖ, и только у ТСЖ, и в суд подают поставщики только на ТСЖ. Мы формируем счет фактуры с учетом, ну как бы, и жилищной, и коммунальной услуги. У нас же единая форма счет фактуры. Все жилищные услуги мы оказываем, то есть там мы обслуживаем всего-всего-всего, кроме коммуналки. Коммуналку из-за того, что они не заключают договор, мы людям все равно выставляем. И все эти денежные средства, они как бы автоматом уходят от энергосбыта. А уже с начала 2009 года отсутствует договор с управляющей компанией «Уютный дом». И расчеты на сегодняшний день производятся с ТСЖ «Меридиан». «Уютный дом» уже не раз пытался заключить договор с поставщиками услуг. Пока безуспешен. Товарищество собственников жилья «Меридиан» остается полноправным управляющим. И именно они расплачиваются за воду, тепло и свет. Вот только компании с ТСЖ постоянно судятся за право обслуживания. А жильцы продолжают каждый месяц гадать, кому заплатить, чтобы не быть должником. Коммунальное двоевластие привлекло внимание и УВД города. Уже идет проверка. Эльмира Заляева, Илья Савельев, Айдар Кунафин, «Вести», Татарстан.